Сюжет называется «Покорми рыбку, загадай желание». Покорми рыбку, загадай желание. Покорми рыбку, загадай желание. Всего за 100 рублей и получите подарок. Всего за 100 рублей и получите подарок. Покорми рыбку, загадай желание. Кто звонит? Алло. Да, это хорошо. Просит вернуться. Это нож не пропустили, надо вернуться. Покорми рыбку. Вот мы же снимаем сюжет. Катя улетает. Я камеру не достал. Думаю, ну что снимать? Да я уже вернулся. Где ты? Хорошо. Это покорми рыбку, загадай желание. Эти нормальные черешереметьевские чеки. Есть сантиметр, кстати. А что сказали? Ну, сказали больше 6 сантиметров. Причем в Питере пропустили, не глядя. Ну, то есть проверили, сказали нормально. Ну ладно, нет так нет. Все, пока. Ага, спасибо. Сохранила, пожалуйста. Сохранить? Да. Ну, постараюсь, конечно. Он мне очень нужен. Хорошо. А если я потеряю, будет истерика? А? Я говорю, если я его потеряю, будет истерика? Я говорю, будет истерика, что будет? Все, пока, золотая рыбка. Предлагаю покормить рыбок. Предлагаешь покормить рыбок? Конечно. И загадать желание? Да. Ну, пошли. Проведем эту сакральную вещь. Итак, золотая рыбка проводит инвестиции в проект. А? Да. Ничего себе, 100 рублей. 100 рублей, да. За 100 рублей эта толпа будет месяц питаться. Но зато вы получите подарок. Снимай. Что сделал? А художники. Даниэль Гридо. Боди-арт художник. Это от мастера боди-арта. Боди-арт? У меня был связан проект с боди-артом. Слушай, а ты готова была бы принять участие в боди-арте и сбор пожертвований на благотворительные цели? Global Wave. Может быть. Да, забавно. И так мы помогли дикой природе. И получили за это подарок. Магнитик. Магнитик? Слон. Слон. Ну, все то же самое, только здесь Global Wave. Global Wave. Да. А про желание... Какое желание? Ты знаешь? Про... Ты загадал желание? Да, я успела. Успела? Да. Не скажешь? Конечно, нет. Я скажу, когда сбудется. Когда сбудется? Угу. Ну, отлично. Ну, пошли. О, если сейчас кинуть, если сейчас кинуть еще 100 рублей, посмотри, они разные. Вот сейчас показывают слайды и разные магнитики, да? Да, канал Global Wave тоже выделяет 100 рублей. Возьмите 100 рублей, пожалуйста. Угу. Может быть, канал Global Wave сам опустит? Нет? Канал, ну давай, канал Global Wave сам. Нет, опять это ушло другая. Не, они разные. Думаешь, а я так разные? Понимаю, какая тебе попадет, но... А вышла вот зебра. Зебра, обалденно. Ну давай, пробуем.
сюда. Бери. Ну, давай проверим, что там. Так. Та-да-дам! Та-да-да-дам! Еще раз. Недостаточно. Ну, понятно. Молодцы. Молодцы, креативненько. Вот Global Wave точно так же надо, дорогие друзья. Но ведь надо уникальный дизайн оформить, понимаешь? Здесь конечно надо... Вот ты увидел прообраз. Интересный прообраз? Да, достаточно интересный. Смотри, какой рекламный носитель. То есть можно арендовать 4 квадратных метра. Ну, а тут, понимаешь, еще в чем замысел? Не сам рекламный носитель, не сам дизайн-проект, а именно как бы давление на жалость. Покорми рыбок. Ну, покорми рыбок. Покорми рыбок, покорми рыбок. А почему вы превратились в рыбок? Я такой ною. Покормите рыбок, покормите. А мне 10%. Покормите рыбок. А мне 10%. Дядюшка Скрудж такой. Так, ну я это все опускаю в чудо-рюкзак. Да. И убирай сумку свою. Самое удобное устройство для переноски вещей. И руки свободны. Сейчас. А рюкзак ортопедический, то это вообще крутизна. А сколько времени? 19:42, электричка через 18 минут. Ну сейчас я самолёта засниму. Почему облака плоские снизу? Ну вот погоня за поездом и завершилась, дорогие друзья. Правда, чтобы догнать Екатерину, пришлось ее ловить в аэропорту. Золотая рыбка улетает в Гонконг. Там будет повествовать о Global Wave. Нашла. Что нашла? Биологический активатор? Разве? А, это женский. Давай. О. Нет. Пассажиры, зарегистрировавшиеся самостоятельно через сеть интернет, могут сдать свой багаж на стойке 132. Passengers traveling with Air Baltic Flight 423 and Aeroflot Flight 363. Passengers using some of the airline's website.